кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Куда едешь? Ты видишь, блядь, как ты поворачиваешь? Куда я, блядь, поворачиваю? Ты вообще едешь по дороге, где машины ездят, блядь. А где мне, блядь, ездить? Вон езди, где люди. Ну, блядь, вот ты езди там, блядь. Ты смотри, что ты сделал. Ну, а хули, а ты смотри, что, блядь, сделал. Ты угораешь, в смысле? Ничего, ебать. Да пошел ты, нахуй. Слышь, ты охуел, что ли? Ничего, ебать. Чего, блядь? Чего, ебать? Ну, чё, блядь? Ты нихуя себе. Я прямо ехал, нормально. Ты, блядь, едешь по дороге, ты велосипед, блядь. Я транспортное средство. Какое нахуй транспортное средство? Ты, блядь, на велосипеде, блядь. Ты ёбнулся, что ли, ебать? Ну вообще, вон там, нахуй, катайся. Ну, блядь. Ты мне, блядь, стекло расхуярил. Ты знаешь, сколько оно стоит, блядь? Ты мне четверо же не расхуярил. А че, если бы я, блядь, без каски, нахуй, был, блядь, без шлема? Ты зачем вообще поездишь, где машины ездят? Ты мне объясни. Блядь, а где мне ездить? Я тебе говорю, по дороге ездил, где люди ходят, нахуй вы по дороге, блядь, все ездите, блядь, вам выделят, ездите по ней. Нету выделенных для велосипедов, блядь. По тротуарам тоже нельзя ездить. Кто тебе, блядь, всю жизнь, все детство по тротуарам, блядь, ездили, блядь? Да нихуя. Ты, блядь, по дороге, тут, блядь, машина, а если бы ты в троллейбус, нахуй, въебался, ты тебя точно размотал, блядь, по всему асфальту, блядь. Ты куда, нахуй, несешься ты, блядь? Куда, я говорю, ты прямо ехал, скажешь, на зеленый. Ты на светофорах стоишь на красный, да? Стою. Это пиздец. Хули, блядь, поделать? Хули поделать? Там десятки стоит, ебать. Я тебе что сделаю, блядь? Ты включи и покалечу, блядь. А что ты видишь? Вот ты, я видела под колеса прям чуть не подавил. Это, блядь, дорога. Ну, вот именно, что дорога. Ты должен смотреть. Я, блядь, смотрю, чтобы машин не было встречных. Поворачивай, какой хер его несет. А теперь много велосипедист даже аккуратнее. И что я теперь под всех, блядь, поставился тоже? Ну, пусть выделит нам велосипед теперь на дорожку. Теперь потихоньку езжайте, все. Вы ему вели в Самаре, и лучше впереди там, на чуть-чуть приехали его. Так что езжайте, по-любому разойдитесь. Вы вообще с этого мира, нет? По-любому разойдитесь, говорю, нечего здесь цирк устраивать. Вы на человека наехали. Вы в первую очередь виноваты. Я наехал на человека, да? Пешеход, бегон. Ты когда поворачивал, ты смотрел, куда ты едешь? Да ты велосипед, какая мне разница? Как, блядь, какая? Я по дороге, блядь, двигался. Сюда убери, не езжай, тебе нечего разговаривать. Ты ничего здесь не повредил? Да нормально. Все нормально? Да. Ну, у меня, в общем, разводной ключ есть, но он маленький. Да не, не, у меня тоже есть. Да нормально. Иди, зары, зайди туда в сторону, ремонтируйся. И аккуратнее тоже. Если поворачиваешь, то аккуратно рукой махать. Да я не поворачивал, я прямо ехал. Ну, видишь, а по светофору-то тоже должен смотреть. Чуть-чуть не прав. На зеленый я ехал, он начал поворачивать. Хорошо. Снимала? А когда наоборот плохо, если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо,